привет, меня зовут Пози. Что вы знаете о действительно криповых играх? Говорящий Джон. Да-да, это тот самый двоюродный, троюродный кузен говорящего Тома. Только с ним явно что-то не так. Что ж, я зашел в эту криповую игрушку, и вы посмотрите, как он крипово выглядит. Это просто... пипец. За ним точно так же нужно ухаживать, как и за Томом. Нужно его покормить, напоить, дать ему поспать и добавить ему эмоций. А еще смотрите, что умеет этот кот. Ух ты, блинский! Это было очень громко. Я такого не ожидал. Поставил лайк, подписался на канал. Если нет, то я переиграю тебя в гляделки. Ну ладно, последняя фраза была не совсем криповая. Но надеюсь, вы поняли, что он имел в виду. Подписаться и поставить лайкос. Давайте мы с вами посмотрим, где же живет кот Джоан. Это его офис, гостиная. Тут у него спальня. А здесь его кухня. Ого, вы посмотрите на этот топорик. Что это вообще такое? Так, и тут у нас ванная. Ну и, собственно, все. Вот такая вот небольшая уютная квартирка. Нам бы подкрепиться. Нам нужно отправиться в магазин Тиенда. Опа, мы можем скушать тараканов, ящерицу, рыбку и запить все это дело молоком. О, шикарно! Шикарно, белиссимо! А вот эти бутылочки стоят очень дорого. 999 монет, капец как дорого. Сэндвич стоит 10 монет. Ладно, давайте мы скушаем таракана. Почему бы и нет? Так, ух ты! Что это было только что с твоими глазами? Я этого не видел. Так, подкрепись тараканчиком. Давай, приятного аппетита. Ух ты, как же он крипово жует. Это совсем немного восполнило голод. Чё за фигня? Я думал, что таракан будет сытный. Ладно, давайте мы его искупаем. Нужно тебя намылить, дружище. О, смотрите, чистый котик становится уже не такой страшный. Ты вовсе не страшный, ты всего лишь обычный кот. Дай-ка я тебя искупаю под душем. Ёлки ты палки. Да, дружище, лучше тебя не купать. Ты выглядишь как сухофрукт. Так, теперь давайте мы с вами отправим его поспать. О, нифига себе, он наблюдает за мной, смотри. Смотрите, он двигает глазами в ту сторону, куда я направляю мышку. Так, а если тебя погладить? Я его глажу, но ему абсолютно все равно. Если на тебя потыкать, с тобой ничего не происходит. Ты какой-то неправильный Толкин Джоан. Когда кота гладят, он мурлычет. Ты даже звука не издаешь. Да иди ты в баню. Ладно, ложись. Так, нам срочно нужно изгнать бесов из этого кота. Он левитирует в воздухе. Ёлки ты палки, а если я переключу... Опа! Проснулся, как будто бы ничего и не было. Ёлки ты палки, кажется, мы с вами связались с демоном. Так, ладно, давай-ка мы тебя накормим. У меня буквально 7 монет, это очень мало. Так, давай-ка ты у меня скушаешь ящерицу. Почему бы и нет? Мы купили ему одну ящерку, приятного аппетита. Сушеные ящерицы. А больше у меня ни на что денег не хватит. Так, как нам заработать с тобой денег? Нам, видимо, нужно сыграть в игру. Эльяте, Флаппи Хуан. Флаппи Хуан. Звучит достаточно интерактивно. О, летающий кот. Что это за острова такие? Нифига себе. Это 3D-шная игрушка. Я почему-то думал, что она будет 2D. О май гад, мы прилетели с вами какой-то маяк и заработали всего 4 монетки. Он упал в эту трубу. Давай, я хочу попробовать пройти эту игру до конца. Хочу прилететь как можно больше этих труб. Звук как будто бы из Марио, вам так не кажется? Да не, это 100% звук из Марио. Очень уж знакомый звук. Да как-то? Опять упал на этом же месте. Соберись, Хуак. Ты почти что Супермен. Ты уже умеешь летать. Почему у него лапы красные? Что за грязный кот? Ты где уже испачкался? Испачкался в кетчупе, если вы понимаете, о чем я, да? Это же 100% кетчуп, как будто бы он должен ускоряться. Он ударился башкой об трубу. Ладно, все. Себя хватит, Хуан. Ты заработал достаточно денег. Так, теперь у нас есть 20 монеточек. Что ж, давай ты у меня немного подкрепишься. Что будет, если мы с вами накормим его кошачьим кормом? Я хотел купить крысу, но я купил кошачий корм. Не будем с вами травить нашего котика. На, кушай. Вкусный корм. Тебе нравится? Давайте я его спрошу. Мне нравится этот корм. Ух ты. Надеюсь, что у меня не такой голос в реальной жизни. Мы пополнили абсолютно все его датчики. Датчики счастья, датчики еды, датчики мытья и датчики сна. Чем же нам дальше заняться в этой игрушке? Ладно, у нас тут есть еще какая-то игра, которая называется Эльяте. А где же кот Хуан? Почему его нет? Он что, невидимый? Куда он пропал? Блин, я сломал его собственную яхту. Ну не яхту, лодку. Ну вы поняли, о чем я. Мои подписчики просили меня поиграть в эту игру и сказали, что здесь будет какая-то крепота. Но пока что я такого не...
не вижу. Ладно, давайте мы с вами попытаемся купить ему зельку. Какую-нибудь зельку за 999 монет. Да, это было очень тупо. Сейчас мы с вами должны поднакопить деньжат для нашего воздушного котика Хуана. Такой вот забавный кот. Ну, на самом деле, ничего крипового в этой игре я пока что не увидел. Да, кот выглядит стрёмно, но знаете, мне кажется, коты не выбирают свою внешность, если вы понимаете, о чем я. Он таким родился. Да, это страшный кот, но я его таким не считаю, честно признаюсь. Он пока что для меня ничего страшного не сделал. Ну да, он летает, когда спит. Да блинский! 15 очков набрал. Ну, кстати, это мой рекорд. Давайте сделаем x2. Придется посмотреть 30-секундную рекламу. Еще разок играем в эту игру. Я хочу добраться хотя бы до 50 очков. Я уверен, что у меня получится это сделать. Я не спец во Флэппи Бёрде. Я знаю, что это самая скучная часть, скорее всего, этой игры, но я просто вынужден накопить денег. Иначе я никогда не узнаю, что там в самом конце. Это еще один мой рекорд. Рекорд 21. Пунтос 24. Удваиваем с вами деньги. Я за все время накопил всего лишь 47 монет. Что за отстой? Чем бы я мог здесь еще интересным заняться? Я здесь на все понажимал, здесь больше ничего нету, ничего не открывается, лампочки не включаются. Возвращаемся с вами к этому катеру. Я хочу заработать себе хотя бы 1000 монеточек, чтобы купить самые последние продукты в холодильнике. Я думаю, что там явно будет что-то прикольное. Не зря же они продаются так дорого. А то мы его с вами кормим какими-то тараканами непонятными. Эта игра, кстати, не такая сложная, как я думал. Смотрите, я уже заработал 20 монеточек! Почему так сложно? Это самое скучное, чем можно вообще заниматься. На что я трачу свое время? Я ненавижу эту лодку. Я ненавижу это озеро. Я ненавижу эти острова и ненавижу эти камни. Рекорд! Ребята, мне осталось набрать буквально 10 монет. И все, я куплю эту бутылочку заветную из холодильника. Надеюсь, что я не разочаруюсь. Я очень много времени убил на катание на этой лодке. Вы не представляете, как долго я уже на ней езжу. Иду на рекорд! Это будет 100 очков! Да! Это 100 очков! Что происходит, блин? Я так далеко еще никогда не заплывал! 108! О май гад! Ребята, у меня есть 1098 монеточек. О, настал тот самый момент. Открываем с вами холодильник. И, конечно же, я куплю себе 50 крыс. Зеленую бутылочку или красную бутылочку? Я даже не знаю, что мне выбрать. Зеленый цвет, он как будто бы выглядит более безобидно, но судя по этому черепку, это не самая лучшая бутылка. Ладно, давайте мы купим зеленую бутылку. О, я потратил все свои деньги. О май гад. А что ты рот-то открыл уже, а? А? Ты хочешь выпить эту бутылочку? Итак. Он ее съедает и... Так, он взлетает. А! Что? Что? Это что, плохая концовка? Я не думал, что все этим закончится. Аспата, дой, Джоан. Нет, я так долго собирал эти монеты, он просто разлетелся. Джоан, очнись. Что мне с тобой сделать, чтобы ты очнулся? Как мне его собрать-то теперь? Вот так вот глупо закончилась эта игра. Я столько времени убил на нее. Я перезашел в игру, и смотрите, что я вижу. Он стал красным. Джоан, опять ты в кетчупе измазался. У меня осталось 100 монет, но, блин, я опять не хочу собирать все эти монеты, чтобы купить вторую бутылочку. Опять будет полный отстой. Ладно, давайте мы его покормим чем-нибудь другим. Например, крысы. Да, крысы. Хочешь эту вкусную крысу? М-м-м. Джоан, ты меня слышишь? Джоан, ты меня слышишь? Он голос поменял! Поменял! У него голос стал более басистым, как будто бы в него вселились бесы. Если второй раз он выпьет это же зеленое зелье, то он взлетит. И с ним, в принципе, произойдет все то же самое. Надо же, почти ничего не поменялось. А, нет, смотрите. Кухня изменилась. И все его комнаты. Oh my God. Чувак покупает красную зельку. Кот Хуан ее выпивает и... О боже! Что происходит с котом Хуаном? Блин, мне на самом деле его жалко. Очень жалко. Он пришел в норму. Как будто бы с ним ничего и не было. Если что, это был ролик на YouTube. Я сохранил час своей жизни. Мне не пришлось заново зарабатывать эти монетки. Ну а сейчас мы с вами сыграем в другие игры от этого разработчика. Pio RTX. Оу, это говорящая какашка. Теперь понятно, откуда позаимствован код Хуан. Это же...
почти что похожие комнаты на то место, где он жил. Какашка с ногами, вы посмотрите на ее шлепки. О май гад. Так, нам нужно ее с вами покормить и немножечко подлечить. Если честно, я не знаю, как нам это сделать, но дисплей здесь везде одинаковый. Так, давай-ка ты у нас кушаешь бананы. Любит ли какашка бананы? Хороший вопрос. Ого, у нее рот появился. Приятного аппетита. Смотрите, здоровье — это, по-моему, душ. Ладно, давай попытаемся тебя искупать. Опа, смотрите-ка. Она стала белого цвета. О май гад, ты похожа теперь на что-то другое. Я даже говорить этого не буду. Ребят, если что, это какашка. Блин, у тебя такие же криповые глаза. Ты прямо вся в кота Хуана. Вы с ним очень похожи. Я думаю, что ее нужно опять накормить, потому что она слишком голодная. Так, тут у нас есть ягодки. Хочешь ли ты ягодку? Хочешь ли ты апельсинчик? За маму! За папу! Все, готово! Мы накормили какашку. Ну, а теперь нам нужно с вами сыграть в игры, которые здесь есть. Flipper TX и Salto del Cielo. Это что-то новое. Давайте сыграем в эту игру. Оу! Это же Doodle Jump, я правильно понимаю? Да, это Doodle Jump. Оу! Так, подожди. Хочу переиграть. Раз, и два, и три. О! Это не так сложно. Обожал Doodle Jump в детстве. Просто играл в него каждый день. 30 метров. Да я настоящий альпинист. По-моему, это какие-то испанские разработчики. Или, может быть, я ошибаюсь. Так, я заработал 10 монет. Нам нужно заработать еще 1000. О май гад. Это тяжелее, чем в коте Хуане. Здесь игры очень сложные. И почему он немного в бок летит? Я не понимаю. Разработчики, походу, немного накосячили. Я ничего не нажимаю, но он прыгает с каждым разом левее. Давай, 30 метров. Иду на рекорд, ребята. Иду на рекорд и не собираюсь останавливаться. Let's go! Давай, прыгающая какашка. Честно вам признаюсь, это намного проще, чем на лодке этой дурацкой. На лодке нужна была реакция мангуста, которой у меня, к сожалению, нету. Здесь уже одни движущиеся платформы. Почти обычных блоков не осталось. Я уж думал, сейчас упаду, честно признаюсь. Здесь упасть фактически невозможно. Это игра для кого? Для детей? А-а-а, я упал! 89 монет за все это время я заработал. Ладно, давай сделаем X2. Блин, это будет очень сложно. Так, чем мы можем с тобой тут еще заняться? Посмотрим, как ты спишь. Вырубаем свет. О май гад! У него пропали глаза. А что это там на стенах? Странные разноцветные разводы. Что это такое? Ладно, включаем свет. Вейки-вейки, пора вставать. Давай-ка мы посмотрим, что там дальше. О, а я не могу переключить стрелочку. Так, ладно. Смотрите, а эта какашка не умеет разговаривать. Ха! А кот Хуан умеет! Кот Хуан лучше тебя. Давай покормим ее раменом. Почему бы нет? Ты же любишь вкусный рамен. Эта картинка выглядит безумно аппетитно, честно вам признаюсь. Все, мы тебя накормили, напоили. Давай мы тебя еще один разочек искупаем. Любишь душик, да? Любишь душ принимать? Ладно, давай я тебя намылю. А что будет, если я просто намылю ее и не буду смывать пену? Пена сама исчезнет или она будет бесконечно здесь капать с нее? А, да, смотрите, она потихонечку пропадает. Интересно, а здесь Flappy Bird тоже будет 3D-шным? Flappy RTX. Уху! Уху! Понятно, на чем она теперь летает. На своих ногах. Прямо как на вертушке. Слушайте, эта игра намного проще, чем у Хуана. Но продолжать я в это играть тоже не буду. Так, смотрите. Чувак покупает зельку. Эта штука выпивает зельку. И что с ней произойдет? А-а-а, у нее глаза отвалились! И она тоже разлетелась. Вот такая вот короткая жизнь у этой какашки была. Так, вторая зелька. Вторая зелька. И она опять разлетелась. И двери опять начинают там хлопать. Так, третья. Что будет после третьей? Загадка! Чувак просто допихал кучу вивасов. У нее просто покраснели глаза и все. О май гад. Что за фотошопы? Да, если бы она так выглядела, было бы крипово. Ну и последняя игра называется Ultimate Guys. Это, судя по всему, их самая первая игра. И вы посмотрите, как же он нелепо выглядит. Что ты такое? Ты цыпленок без клюва? Так, что тут в магазине? О, Хуан продается. Легендарочки за 100 гемасов. А также можно купить себе какой-то обычный скин за 1000 монеточек. Там вариаций намного больше. Я могу получить 100 монет за просмотр и 5 гемасов тоже за просмотр бесплатно. Да ладно? Это же типа Fall Guys. Серьезно, здесь даже можно управлять. Так, я добегу самый первый. О нет. О! Вы смотрите, ребята, я даже брал паузу, но я вас уже почти всех обогнал.
вперед! Что за шары? Блин, у чуваков реально прикольные скины. Пожалуй, это самая интересная мобильная игра. Это же реально Fall Guys. Только карты немного переработаны. Так, 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 левее, левее. Все, давай постоим, подождем. О! Я почти первый бегу. Но почти не считается. Так. Давай, пока следующие шары не вылетели. Отлично! Я самый первый двигаюсь вперед. Так, эти штуки наклоняются. Хорошо, что я здесь один. Подхожу к финишу. Нет! Там какой-то розовый чувак. Ты как там оказался? Я тебя не видел спереди. Ты обманщик. Два человека финишировали. О май гад. Ладно, я буду третьим. Квалифицирован. Сейчас меня ждет следующая игра. Лузи Мария Куэно. Им удалось добежать. О, у этого чувака такие смешные рожки. Что за пародия на Fall Guys? Следующее испытание. Ага, угадывание дверей. Это опять они украли из Fall Guys. О, угадал правильные ворота. Так, дальше. Вторые тоже выбились. Стоп. А здесь, видимо, даже и угадывать не нужно. Ай, я врезался. Так, посередине, посередине. Не стопимся, не стопимся. Куда, куда, куда? Ага, сюда. Стоп, здесь как будто бы несколько ворот правильные. Да, здесь как будто бы по несколько штук правильных ворот. Это вообще законно? Так, 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 так. Куда дальше? Ага, сюда. Не отстаем, не отстаем, ребята. Не отстаем. Опа, по центру. Давай! Вот тут мы не должны зафейлить, иначе придем последними! Давай! Прибегу первым! Отлично! Я думал, что я сейчас не пройду это испытание. На следующее испытание пройдет всего лишь 8 человек. Раунд завершен. Мак, мак, мак. Лузеры! Следующее испытание. Ультимейт блок. Так, судя по всему, здесь будет показываться цвет. И нам нужно запрыгивать на этот цвет. Я правильно понимаю? А! Так, нужно прыгать. Ай-яй-яй. Здесь платформы рушатся. Мне это напоминает челлендж со стеклами. Я первый нашел! Что? Я прыгал бесконечно! Я занял первое место! Плеер занимает первое место, и это я. Как мне это удалось, не спрашивайте. Все, хватит с меня этих мобильных игр. Если ты досмотрел ролик до этого момента, поставь лайкосик. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. Да-да-да, чтобы не пропускать новые видосики. А также обязательно посмотри новую анимацию на моем втором канале по Project Playtime. А то многие из вас ее не видели. Так что переходите по ссылочке и смотрите новый видосик. Увидимся с вами в следующих роликах. Адьяс!